Привет! Сегодня 31 декабря 2020 года. Последний день уходящего 2020 года. Опять я на рыбалке. Я не планировал, но получилось у меня вырваться на рыбалку. Уже 8:30. Сегодня короткая сессия до 2 часов. Надо успеть к праздничному столу домой, что-то еще дома помочь. Короче, поздравляю еще раз. Не знаю, когда это видео выйдет. Или уже с Новым годом. Или с уходящим. С наступающим Новым годом. В общем, с праздником вас. С Рождеством, с Крещением. Короче говоря, всего наилучшего. Так, ладно. Сейчас быстро. Что у меня сегодня из прикормки? Лещ, холодная вода, ароматическая добавка и универсальная Gold Water конопля. И 250 грамм кормового мотыля. Вот так. Уже не пахнет. Муха-то нету. Коноплей пахнет. Если конопля написано, значит пахнет коноплей. Вещь. О, еще сироп у нас. Слива. На прошлом году слива. Так, ароматическую добавку. Какие-то остатки. Сначала хватит, то осталось. 1,5 килограмма и... Глубина в месте лови 6,5-7,5 метров. Сейчас проверим. Вечером на этой лунке. Короче говоря, предыдущие дни, вчера клёва, говорят, вообще не было. Вот. Собрались в этом сиропчик замешать. Слива. Под сливой. Там 150. 2 килограмма. Грамм 150 сиропа. Чё, неплохо позапрошлой зимой работал этот сироп. Аккуратно вырезать. Что-то без мотыля дело плохо. Что-то видно, активности не видать. Одну кормушку на дно. Наверное. Ух ты, не годится. Чуть ножик не пошел. Она в отвес станет. Ух ты, ёлки, неужели открылась? А где же она открылась? Ладно, глубину
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ух ты, почти 8 метров. Нашел практически с первой лунки нашел ямку с глубиной 8 метров и начал от нее кормить перпендикулярно руслу на выход его. Сделал 7 лунок, на самой глубокой было 8 метров, на самой дальней лунке 7,5-7,4, вот так вот где-то. Прикормил по одной, по две кормушки с мотылем, одну на дно, одну выше дна, 1,5 метра. Поставил удочку, сел чай пить на самой первой лунке на 8 метрах. Сразу через некоторое время выкладка. Ну, мне подсечь не удалось, скорее всего, это был подлещик. Я не стал дальше ловить. Решил еще добавить на этом же горизонте перпендикулярной линии еще 2 лунки. Оказалась там глубина 8,5 и 8,7, это примерно. И начал обход этой линии лунок. Сначала окунь начал попадаться, потом в третий или четвертый уже подлещик попался. И в самой последней мелкий ласкирик попался, я его выпустил. Как оказалось, потом вот эти две самые глубокие лунки сделали всю рыбалку. С этих 2 лунок, 8,5 и 8,7, каждый подход к лунке выдавал по 4, по 5 подлещиков. Я не стал больше
вылавливать рыбу 4 штуки, потому что можно до последнего выловить, и может лунка умереть. Как говорится, выловишь рыбу, и некому будет подзывать. Ну, может пойти мелкий подлещик. Хороший результат с одной лунки. Желательно уже, наверное, переходить на другую. Потому что до конца выбивать не надо. Лещика пускай он копошится там, приглашает своих родичей. Ну что, дорогие друзья, рыбалка идет очень хорошо. Рыба клевать практически сразу начала. Не всех лунках, и окунь, перемешку с окунем, но подлещик клюет исправно. Не крупный, конечно, но... Что поделаешь, какой есть. В первом проходе эта лунка хорошо отработала. Сейчас чуть-чуть ветер утих. Так себе. Не знаю, что сейчас будет. Только подошел к этой лунке.
Не хочет. Может, сюда поплаву принести. Попробовать. Ну. Неужели тут что подошел и все? Ну, елки-палки. Вообще молчит. Такие надежды на это, что что-то двигает. Кивок чуть-чуть зашевелился. Выдохнул, как говорится. Не крупный подлещик, а упирается. Сопли надо вот такие убирать. Придавил чуть-чуть. Толкнул вот так вот. Ну, это самое важное, что он тут есть. Опять толчок был. Ладно, поставим, пускай постоит. Мне такое причувствие, что тут что-то есть. Хорошенькое. Это настоять не хочет. Почему? Это долго ждать. И факт, что он возьмет или не возьмет. Тип-тип. Хотел прикурить, а он настоящего взял.
Да, он неплохой подписчик. Не хочет идти. Лунки переворачивается и все. Вот так. Воды уже видно. Опа. Поставил, сразу поклевки нет. Будем поиграть. В этой лунке поклевки не было сегодня. Вряд ли что-то сюда еще и подойдет. Ага, есть. Посмотри. Видите, со дна он не берет. А на игру сантиметров 40 от дна взял. Сегодня даже поплавок может со дна. Уже хорошенький подлещик. Да. Хорошенький. Надо его нести, да не, не сильно хорошенький, но нормальный. Мышечки. Леска 2.09. Стингрей. Что самое парадоксальное, я с самого начала рыбалки туда сматывал с руки и запутал леску. Получился утил. И ловлю всю рыбалку с узлом. Даже он порвется. Где-то посередине. Да не, он не посередине. А сверху. Ну, пока нормально. Нужно было распутать, а я ветер психанул, затянул его и ловлю. Ну что, дорогие друзья, вот такая рыбалка под Новый год 31 декабря получилась.
супер. Подлещик, конечно, не крупный, но клевал исправно. Клевал сегодня больше на игру. Так что, кто меня просил про поплавок, во-первых, времени мало. Во-вторых, поклевки были высоко от дна, большинство. Ну и окунь, конечно, ну клевать начало сразу, супер. Ну и окуней. На безмотылку одного окуня, вот самого крупного, поймал. Подлещика не получилось на безмотылку. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, побежал я праздновать Новый год. Если все будет нормально, доберусь. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Всего наилучшего. Крепкого здоровья, счастья, любви, взаимопонимания. Ну, конечно же, хорошего клева. Все. С наступающим вас. Всем пока. До встречи в новом 21-м году. 4-го числа, наверное, получится. Если все будет благополучно. Все, пока.